Мы продолжаем нашу учебу. Таня из самого начала. Мы в 10 главе. В русскоязычный перевод 81-я страница. Мы познакомились с прошлого урока с двумя уровнями праведника. Или точнее, надо сказать по-другому. Мы познакомились с определенной сорт человечества. Сорт человек. Это не мы, это другой сорт человек. Это сорт человек называется праведник. Тип. Почему это сорт, а? Тип человека лучше. Нет, это сорт, это не тип. Тип человека, это может быть черный, белый, такой, другой. Это есть такое выражение, которое воспользовались. Такое выражение, что мы понимаем праведник, как кошка понимает в луну. Это разные сортов. Мы не такие. Это другой человек. Совершенно другой человек. Как между расстояние между нас и корова, так между нас и праведник. Это совершенно другой человек. Почему он другой человек? Потому что у него нет абсолютно. Не существует абсолютно зла. Что такое зла? Это не согрешить. Это не делать дурные поступки, речей, мысли. Вообще не об этом идет речь. Это означает, что его животная душа, у него есть животная душа, перестала быть животное. Это просто оживляющая душа, которой у нее есть огромные силы желания. У праведника вот это осталось. Вот все, что осталось от нее. То есть, другими словами, у праведника какой-либо, любого уровня из праведников, у них больше нету мирские, обычные потребления. Нету их. И мы встречали в нашей учебе, в это не обычного, не в наше сорт человека, это другого человека, есть в общем два уровня. Не абсолютный праведник, то есть это такой, который в его животная душа остались останки из ее сотворения, животная душа, вот остались останки. Этих останки, это значит ее какое-то расположение на каком-то виде поведения. Расположение. Она, не выражается никак. Она этого тяга к определенному вид характер поведения настолько подавлен, что этот праведник может даже считать, что оно даже это не осталось у него. Настолько это подавлено, он это не ощущает. А абсолютный праведник – это еще выше в том, что даже это не осталось. Даже расположение к определенной тяге поведения и это не осталось. И где, если этого несовершенный праведник, он все-таки хочет найти правду, он полный праведник или не полный праведник, это не нам судит, нам откуда-то по такой понятие.
он должен сам себе решать, я такой или не такой. Тогда Ребе говорит ему, у тебя есть один секрет. В ненависть. Тебя есть отвращение и ненависть к все, что не божественно. Или у тебя нету полностью ненависть. И почему? И что это показатель? Если этот человек нету полностью отвращения и ненависть к этому расположению к земной жизни, потому что ненависть это обратная монета любви. Если у тебя было такое великое любви, которое называется в хасидут ахава бетаанугим, любви, которая выражается в наслаждении, то ты обязательно возненавидел все остальное. Но поскольку уж у тебя нет такой любви, поэтому и в том числе у тебя осталось какое-то расположение к этому. Я понимаю, мы говорили, что я понимаю, что очень тяжело понять такими вещами. Почему? Потому что мы не такие. Мы не такие. Рассказано, что одного очень серьезного раввина в учебе, он учился с другом с самого детства, они учились вместе до юности. Потом, после учебы в Ешиве, они разделились. Тот женился в этом городе, а другой женился в другой город. Тогда, если это было разных городов, это было как целый океан разделился между людьми, потому что только соединять, это только лошадей, и ехать. Конечно, что телефоны, и телеграммы, и инстаграммы, и ватсапы, и ютуб, такого и близко и не было. То есть связь не могли сохраниться. А этого один из друзей, он был известный торговец, его очень обожали, он знал очень хорошо учить Тору, но он был торговец. И он услышал, что его собственный друг стал очень легендарный вожат в один из движений хасидут, праведник. И что его хвалят за его величайшие способности в учении Тору. Ну, и ему стало очень интересно. Очень интересно встречать своего друга. И он специально распланировал поездку туда. Зашел к своего друга. Его друг, несмотря, что он был уже очень великий человек, и очень известный человек, и большой знаток в Тору, он принял его как другом, обнимали, сидели, поговорили. И действительно, он начал распознать, что друг намного выше, чем он его помнит вещи, намного выше. Он реально праведник, у него знание в Тору намного выше. И он говорит, слушай, я должен тебе сказать. Я же с тобой учился. Я в тебе такого не видел. Как в тебе это стало? И этого другом говорит ему, я тебе дам притча, которая тебе объяснит. Есть такой очень великих горах Эверест. Поднять туда, ну реально, это очень тяжело. Есть тут Арарат такой,
Вот великий горах, который надо подняться там несколько тысяч фут вверх. И представь себе, что кто-то решил, что он пойдет упорно и будет подниматься в этих горах. Он поднимает, 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 поднимает. Когда он доходит к вершине горы, он там встречает маленький ребенок, который на четвером пользуется. Да? И он останавливает и говорит ребенок: ты как туда попал? Он смотрит на него: я не знаю, я тут родился. Вот это праведник. Он родился таким. Почему? Потому что в нормальном, мы еще это и поймем, мы не можем это достичь. Это невозможно. Праведники – это такими людьми, которые такими рождаются. Они такие. Это другой сорт человек. Можно фамилию хотя бы одну? Кого? Праведник. Наше ребе. Надо его фамилию, Шнеусон, или как? Спасибо. Достаточно? Ну, Лейб. Он просто скрытный праведник. Фамилия Заславский. Только он скрытный. Законспирированный. Да. Штрасберг. Открытый. То есть это совершенно не то человек. И надо понять, что тут не в уровень учения Тору. Это духовное состояние. Силу просто преодолеть. Надо подчеркивать еще. Даже рожденный праведник, если он не будет трудиться для своего достижения своего уровня, он будет грешный. Но как только он начнет трудиться как надо, да, как следует, он может, а мы не можем. Ну, например, Рабби Акива. Рабби Акива был пастух. Его отец принял гиюр, Йосеф. Акива сын Йосеф. Акива до 40 лет не умел читать. Его жена Рахел, которая это уникальная история вообще у евреев, такой уникальный, да, дочь самого богатого человека в Иерусалиме, Кальба Савуа. И она влюбилась в пастуха своего отца, заставила, да, разрешить ей на него выйти замуж, выгнали ее из этого, из дому, она вышла за нее, только с одного условия, что этого 40-летний пастух пойдет учиться. И представьте себе, что за считанные годы, он стал Рабби Акива. Это невероятно. Это просто невероятно. То есть это не, что он стал умничать. Это той Рабби Акива, который в каждый трактат, у него есть мнение, который обспаривает и вопросы в Тору своими, Танаим другими, которые родились и учились с самого детства. И он считал настолько великий, что Мидраш рассказывает, что когда Моше принял Тору на горе Синай, Всевышний делал ему экскурсия в будущих годах. И он увидел мужчины, который преподает многотысячный учеников, и Моше услышал учеба и не понимал. И он начал расстраиваться. И один из учеников спрашивает своего ребе вопрос, а ребе говорит ему:
Это мы знаем от Моше из горы Синай. И Моше успокоился, что это его Тора, что это он дал. И он спросил Всевышнего, кто это такой. Он говорит, Раби Акива. И как его жизни завершились? Говорит, его убили, казнили. Сняли кожу. Да. И он спрашивает, как так? Такое захотелось мне. Так захотелось мне. То есть мы говорим о такие уровне ревок, который Раби Акива, 40-летний пастух, не умеющийся читать, стал не просто знаток в Торе, а совершенно великого праведника, который, ну, мало который приближается к его уровню. Та же самая Риш Лакиш, соперник и один из друзей Раби Йоханан, который был убийца, разбойник. И перевратил в Риш Лакиш, который практически в каждый трактат его мнение цитируется. И его окончание жизни закончилось в том, что при споре о один из вопросов в Торе, касалось там несколько видов касания к его прошлой, и его соперник, и вообще Шурин, Раби Йоханан, говорит ему, ну ты это понимаешь, ты же был разбойник. Он услышал это и понимал, что это знак, что его раскаяние было не такое, как надо, и он начал расплакаться, пока его душа не вышла из тела. Можете представлять такое? То есть это действительно таких сортов людей, которые не нам дано вообще достичь. Почему так Всевышний хотел? И мы действительно будем изучать позже, как это не противоречимо к тому, что есть у нас свободный выбор. Это отдельный вопрос. Это такой сорт людей. Теперь, после того, что у нас было поставлено первое понимание, что такое вообще праведник, и что у них есть двух сортов, несовершенный и совершенно праведник, теперь Ребе продолжает обрисовать каждого из них. Сейчас почитаем чуть-чуть дальше. Вецадик шеэнэй гомо, несовершенный праведник, гу, кто он такой? Шеэнэй сойна аситраахэ бетахлис. У него нет абсолютной ненависти к зла, к ситраахэ, клипот. Велахэн, и поэтому эномоес гамкен дыра бетахлис. И поэтому он не от... У него нет чувства отвращения к зла в абсолютный вид, в абсолютном уровне. וכול שאין עשינו והמיוס בתכליס, על כל רוח נשאר, נשאר איזה שבץ אבו ותענוג לשם. А что это символировает в том, что у него нет отвращения? Это означает, что у него где-то внутри себя осталась останка. Это называется в Кабале решиму. Какой-то царапина, который оставил у нее животная душа. ולהיוסרו הבגודים מצוי מכל וכל, ולכן לא נהפך לטויב ממש, ופעתמו אני פירברתיל סק סביר שני פרבדניק, מאחר שיש לו איזו אחיזו עדיין בבגודים מצוי, פסקול כשתו ניבו יסטישו, קחו את התיאגה, קחו את הצ'וסטווה, פנימניה, וגריאזני עדיאניה הזוותנה הדושה. Но, как это не выражается, Элашу Ботел Бемиутой Векелой Хошив, настолько он маленький, мизерный, что это не чувствуется. Велахен Никро Цадик Вера Кофуфу Ботелой. Поэтому, как он называется, Цадик Вера и зла Кофуфу Ботелой. У него есть зла, которое в полное подчинение к нему. Полное починение. Валькен гама, восэ ла шэмэнэй бэтахлис. Поэтому мы понимаем, что любви
которые он испытывает перед Всевышним, не совершенная, поэтому он несовершенный праведник. Теперь мы познакомим, мы поищем этих праведников. Вихине мадрейгусу, этого уровня праведник. Мисхалекес леревовейс мадрейгес. В ней есть сотни тысяч, десятки тысяч, не сотни тысяч, ревовот, ревова, это ну, сотни тысяч. Сотни тысяч разные ступеньки у этих праведников, есть много разных уровней. Бейнян, а в чем они отличаются друг от друга? Миут гора, насколько мало остались из их зла, их тяга к характерной поведении, ханишар маахас маарба есейды сароим, которые остались у этих четырех элементов, которые строят характер животного душа. То есть, может один из праведники, из великих, из несовершенных праведники, что у него осталась тяга к одному из четырех элементов. То есть элемент, который дал ему характер из огня, земля и ветер, он полностью уничтожил. Осталась какая-то тяга только к воды, то есть к жару, к наслаждению. И ее тоже очень мало. А другой праведник, у него остались недостатки из четырех элементов. То есть это такой уровень очень тонкий. בחינס מיעוט הרע נשאר מאחד מארבע יסוד הסרואים, ובעניין ביטולוי במיעוטוי, אינס כל כאון מל, אינס כל כאסטלס מלה, בשישים על דרך מושל, או באלף, ורבוב ובקיץ על דרך מושל. תויס, קק את הפניאץ? יסט זקון הקשרות, ניסקל כבידי ומנשניי, некошерного. Ну, например, я готовил в кухне суп масной. Вместо того, что взять, я не знаю, соевое молоко или кокосное молоко, сегодня очень модно пользоваться, да, я взял в ошибку молока и пролил чуть-чуть. То есть это суп. Уже нельзя там разделить теперь. Молоко от супа, да? Сколько пролил? Ну, 10 миллилитров. Сколько есть внутри кастрюли? 15 литров. Ну, да. А что теперь делать? Вылить все? Ответ нет. Должно быть напротив этих 10 миллилитров больше него в 60 раз. То есть сколько это получается, если не ошибаюсь? 6 литров? Ну, или 600. 6 литров. 600 грамм. 600, немного. То же самое, если упал внутри, я не знаю, там кастрюль с много кусков кошерного жаркое, да? Кусок свинья, но нельзя отличать. Нельзя отличать. Вот этого кусок должен быть 60 больше, и кажу. Меньше. Если опознаешь, вытаскиваешь, а? Меньше. Кусок должен быть меньше 60 раз. Да, меньше 60 раз всех остальных, да, извините. То есть получается, что не что это свинья кошерная. Есть такой очень красивый анекдот, который можно от него много чего учить. Что однажды жена Шойхет переболела очень сильно. И врач говорил ей, что ей очень нужно жирное блюдо. Смотрим, какое жирное блюдо? Свинья. Свинья? Я? Жена Шойхета? Нет. Ну, видели, что она упорно не хочет покушать, а это угроза жизни. Взяли ее кровь. Пусть он скажет ей, надо покушать. Она начала реветь.
что я буду есть некошерная свинья никогда в жизни. Он говорит, ну это спасение жизни, надо тебя кушать. Он говорит, нет, не буду. И так пытаются ее убедить, что надо спасать жизни. Она говорит, Рабин, хорошо, Ребе, я согласна. Только с одного условия. Мой муж, Шойхат, возьмет свой нож кошерный, проверит, что он кошерный, будет резать глотка свинья, как корова, как это делается под корова, откроет ее, проверит легкие, что они кошерные, печень, что кошерная, как надо, как корова. Потом будет солить этого свинья, высасывает от нее кровь, промывает ее. Ну, Равин смотрит на мужа, говорит, если это успокоит ее, делай, что он говорит. Лишь бы покушать. Ну так, готовили полностью. Когда муж уже все сделал как надо, его жена говорит, теперь иди к Равину и спроси, если эта свинья уже кошерная. Ответ, свинья остается свинья. Ничего не поделаешь. То есть, это не что свинья стала кошерной. Это означает, что закон Тора гласит, что если напротив этого некошерного куска, неопознанный кусок, да, есть 60 раз больше, то он как будто бы исчезает внутри. Есть такие виды, например, орла. Орла – это фрукт, который ему, он из дерева, который еще не 3 года, там 200 раз должен быть больше. И так далее. Есть такие, всяких разных уровней. То есть, у этого праведник зла, которое осталось иногда меньше в 60 раз, или в 100 раз, или в 1000 раз. Есть разные тоже уровни между этих праведниками. Надо понять, что этих праведники на самом деле не измеряют. Очень красивая мишна есть в трактате вот, когда Рабби Йоханан, великий Рабби Йоханан бен Закай, умирает, и он начинает плакать и говорит, меня неизвестно, в каком путь меня повезут. То есть, типа, комментарии, или в рай, или в ад. И сразу спрашивают, что, тебе неизвестно? Серьезно? Как у нас говорят, прикалываешь, что ли? Ты не знаешь, куда идет. Ну, как это понять? Не знаешь, что ты не идешь в ад. Неужели так? Ответ, ну, конечно, он понимал. Но какого он сорт праведник, он не знал. Почему? Ребе объясняет. Тратит время посчитать, какой он уровень. Когда ему жизнь есть, то нет, надо что-то делать еще, не было времени посчитать. Не ему дело. Сейчас перед смертью, вот-вот душа улетает, есть время, сейчас можно считать. Это я не знаю. Правда не знаю. Почему не знаю? Вот мы видим здесь почему. Потому что разница между совершенно праведник и несовершенно праведник, даже самим праведникам тяжело опознать. Они это не чувствуют, не понимают. Это для этого надо быть реально очень великое читья, и в основном они бы не доверили себе из-за этого. Поэтому мы встречаем, что раба, как вы помните, в начале Таня говорил, что я бейнуни, он в этом и ошибся. Дальше. Вехен-хем, говорит Ребе, вот эти виды праведники, несовершенно праведники, пхинас ха-цадиким, хорабим, шебехола дейрес. Это и есть большинство праведники во всех поколениях. Вот это сорт праведник, несовершенно праведник, это большинство праведники, которые есть во всех поколениях. כדי איסה בגימורה, כנפיסה נפתלמוד, דת מנסר אלפי צדיקים, קיימי קמי הקדוש ברוך הוא.
что 18 тысяч праведники всегда существуют перед Всевышним. Ах, но когда мы идем и говорим о совершенно праведник, ах, алмалас цадигому, совершенно праведник, ну это совершенно еще один сорт человечества. Как между нас и просто праведник, так между просто праведник и совершенно праведник идет большой разрыв. Разрыв, который они не могут преодолеть. Не могут. Это тоже данное с рождения. Как есть. Уше Омар Рашби, об этом сказал Рашби, Раби Шимон бар Йохай. Раби Шимон бар Йохай, который писал книги Зухар, который был друг Раби Юда Анаси, который писал 6 книги Мишны. И насколько они были разных сортов людей, тоже расскажет Мишну. Рассказано, что Рабан Гамлиэль, сын Раби Юда, который писал Мишну, пришел жаловаться отца. Отец был глава поколение, не простой человек. Он был глава Санедрин, глава Дом учения, очень большой человек. Элита, то, что называется, да? К нему подошел сын, Рабан Гамлиэль, который потом стал тоже глава еврейского народа. И жалуется, что Элиэзер, Раби Элиэзер, сын Раби Шимон бар Йохай, Рашби, дразнит его. Наверное, там дразнил по-серьезному. И Раби Иуда говорит ему, что ты от меня хочешь. Раби Элиэзер – это лев, сын льва. А ты собака, сын собака. Ничего себе так говорить. Думаете, что Раби у него была какая-то не самоуверенность в себе, у него какие-то были проблемы с его достоинством. Он был очень великий человек, и он это знал. И он относился к Рашби совершенно по-другому. Совершенно по-другому. С глубокое уважение. И поэтому говорит Рашби. Роиси бней алио, я видел вот настоящее возвышенные люди, бней алия. Вехему отим. Они очень малые. Шалахен и поэтому никоим бней алио. И поэтому они называются элитные люди. Бней алия. В чем? В чем их разница между собой и других праведники? Шемехапхин хора. Умалим ойсайлик душу. Они переворачивают животная душа, зла, которое было в его животная душа, переворачивают, не поддавливают, а переворачивают. И она становится святая. Ну, например, вы знаете, что есть очень известный пророк, пророк Илияу. Он посещает с тех пор, как умер, и до сих пор обрезание, которое делается. И он посещает в пасхальный седр, конец седра. И он будет той пророк, который придет перед приходом Машиаха сообщить, что вот-вот и Машиах приходит. Это тот ангел, который посещает определенные сортов праведники для того, чтобы с ними дискутировать вопросы, которые они что-то не понимали. Такой интересный ангел. Пророк Илияу, когда пришел его время прощаться из этого мира, он физически, то есть его физические жизни, он не умер и не был похоронен. Прилетела за него определенная небесная карета, так написано, и забрала его.
И когда его учеников начали искать, поняли, что ну, не найдешь, нет останок. И объясняется в Каббала и в Хасидут, что он настолько очищал своего животная душа и телесная жизнь, что они могли быть готовы стать ангелом. Он стал ангелом. То есть это переворачивал животная душа, она не стала в клипот. Нет больше клипот. Она тоже святая. Это великое положение. והם ולשלחן נקראים בני אליו שמהפכים לא רמלים לקדש כדי איסו בזויה כך נפיסן עד כניגי זוהר בהקדומו ויבוא וסטופליניה שכשרצה רבי חיו לעלו יסלח על רשבי רבי שמע בן יחוי כגדה רבי חיה сейчас мы поговорим о רבי חיה хотел подняться в раю в синагогу там есть тоже своих в зале. Раби Шимон, где находится душа Раби Шимон бар Йохай, хотел услышать его Тор. Они тоже учат Тор. Наоборот, там учат Тору по-серьезному. Хотел услышать от него урок. Душа хотела. Он хотел поднять туда. Шама колоден нофик ве омар. Он услышал звук небесный, который предупреждает. А что предупреждает этого небесный звук? Ман минехойн, кого из вас, дихашойхо мехапхон лейго, который тьма перевратил в свет. Ветамин мериху лемитко, и горкую вкус перевернул к сладкого. Ад лоейсон хохо. Кого у него не такой успех. Что он тьму перевернул к свет и горкам к сладость, пусть не приходит сюда. У него нет доступа. Кто такой Раби Хия? Раби Хия, он писал, как Ребе писал Мишну. Раби Хия был последний из Танаим. Он писал Брайте. Брайта – это Мишну, только более расширенная, более такая многословная, она не такая сжатая. Раби Хия, несмотря, что он был великим мудрец и писал Брайта, помимо того, Раби Хия понял, что есть много еврейских детей, которые почему-то перестали учить грамоты, учить Тор. Поэтому он сам шел, ловил животных, снимал от них шкуру, обрабатывал этого шкура, писал на этого шкура хумаш и мишне и других учений, и шел по городам собрать детей, с ними обучать Тору. Вот это Раби Хия, который мы понимаем. В одной стороне писал брайте, в второй стороне там ходил за детьми, можно понять, насколько он был необычный человек. Говорит, я хочу услышать урок в раю у Рашби. Ему говорят, ты должен сказать, ты должен знать, что сюда пропускается только тем, которые перевернулись своих животная душа к святая душа. И горка это значит, все зла, которое есть, перевернули к сладости. К божественности. Делал это? Заходи. Не делал, не приходи. Ну, конечно, Раби Хия был из тех, которые делал. Это первая причина, почему этими людьми такие велики. Ребе добавляет. Есть еще одна причина, почему они такие велики, этих совершенно праведники. Мипней шагам авейдосо мипхинас ваасе тоев. בקיום התורה ומצוויו ולצורך גבוה. Этих заповедей, которые они выполняют не из посторонних причин, а только ради Всевышнего. ומלו, מלו הדרום המיילס.
Велой кедели давка бы избых бельбат. Ну, не для того, чтобы быть ближе ко Всевышнему. А для чего? Лервой сцеймой навшем отсмею лашем. Мой шикосово и кольцом и лохолам моим. Эла кеды пришу бы тикуним, а для чего они это делают? Эйзу хосид, кто называется хасид, хамисхасид им койной. Он делал благодеяние для своего Всевышнего, для Всевышнего. Леяхдоку чабриху шхинте басахтойнем. Он это делает ради Всевышнему. Кмо шикосов бирай мехемно парша стейцей, как написано у книги от Моисея, каббалистической книги Рая Мехемно, Кеброди иштадел босаравуе риимей, как сын, который заботится о своих родителях, драхим лой ньосер мегармей, который он на них заботится больше, чем на себе, вемосар навшей, вемосар гармей лемису алаю, лемифраклой. И даже если есть выбор между смерть родителей и свою смерть, он готов давать своих жизней и отпускать своих родителей. Объясню. Написано, что однажды Бааль Шем Тов против воли, небесные желания, отдал благословение одного еврея, что у него будут дети. И поднялся в небесный суд большой шум. Когда праведник дает благословение, Всевышний так поставил такое постановление. Мы должны давать им дети. Но им не должно быть детей. Ну, физически у них рождение исключено. Это было невозможно физически. И так было постановление на небесах, что у них не будет детей. Но мы должны. Так дадим. Но за этого, что Бааль Шем Тов же знал, и он все равно дал благословение, у него была весомая причина к этому, надо наказывать Бааль Шем Тов. А как наказать? Они приняли решение, постановили в небесном суде, что он не получит вознаграждение за свои труды в жизни в раю. Он не будет в раю. Это очень серьезно. Бааль Шем Тов об этом узнал и устроил прям такой пир большой. И теперь точно я знаю, что я служу Всевышнему ради него, не ради себя. Теперь, когда забрали от меня вознаграждение, то точно я это делаю ради Всевышнего. Увидели тебя небесные суда и решили, что нет, на этого не дадим. Вернули ему обратно. И... То есть, что это означает? Вот он дает сильный пример. Когда отец, когда ребенок услышал, что есть, типа, сейчас грозит вопрос, он или родитель? Кто будет жить? Логично, что он скажет, я буду жить. Ну, я молодой, я крепкий, я еще доживу. А родители, сколько у них осталось? Лучше, что я буду жить. Ни одного ребенка такой расчет не делает. Он не делает такой расчет. Почему? Это же что? Это же логично. Это же логично. Допустим, во время Второй мировой. Сколько родителей отдали своих детей ради спасения жизни, а себе и там. А наоборот, мы не слышали, что детей сказали, да, берите родителей, я останусь жив. Почему? Потому что это без расчет. Я не забочусь о моих родителях ради какой-то выгоды. Потому что я бескорыстно их люблю. Поэтому вот и так и делаю. Без расчет. Праведник, такой сорт праведник, служит Всевышнему, не имея никакого отношения, что он получит из этого. Он это делает как сын перед отцом. Я прочитаю до конца.
объяснение я не дам, вот чуть-чуть каббалистическая терминология. Вешнехем ойлем бекона эхот. Они связаны друг с другом. Первое того, что он, у него исчезла полностью зла, и он перевернул ее к добро, к свет, да? И того, что он любит Всевышнему настолько, что он предан ему как сын перед отцом. כי על ידי הבירורים שמבוררים מנויגו, מעלים מי נוקווין, כדי... מה שאתה ואריה сегодня нет? Вот видите? Вот видите? Сегодня мог говорить... Вы не будете объяснять, он знал, поэтому не вышел. Да. Придется четверг с этого начать. Да. Сколько раз, он не выдержал, не пришел. ושניהם אוילם בקונה אחד. כי על ידי הבירורים שמבוררים מנויגה, מעלים מים נוקווין, ונעשים ייחוד עם אליינים, לא יריד מים דוכרין, שהם הם מימי החסודים של כל מצווה ומצווה, ומרמחת מצווה ססה, שכל המבחינת חסודים ומים דוכרין, דיינו למשוך הקדוש עשה ליקוזה יסבורך, מלמייל למטו, לסלבש בסחטנים. כמו שנסבור במוקים לכם. יא ניה קשדה סלובה בשניו, יא בשניו פסוצה. Я ему передам то, что вы прочитали. Причем на иврите. Да. Ну, на... Май нуквин, май духрин называется в каббалистической терминологии мад и ман. Женщина – это приниматель. Мужчина – это тот, который дает. Поэтому мы называем земля матери. А человек, который сеет земля, мужчина. Поэтому мы называем Кнесет Исраэль. То есть сбор все души Израиля. Женщина, Кнесет. Да? А тот, который дает, это Всевышнему, мужчина. То есть, когда мы говорим о воде, вода это что такое? Вода. Вода это такой силу, свет, который проникает везде. Когда мы говорим, что есть майн духрин, мужские воды, это означает, что Всевышний дает сверху вниз. Когда мы говорим о женские воды, это как Ицхак бурлил. Земля пока нашел внутренние воды, их поднял вверх. Это называется женские воды. То есть эти праведники занимаются всей их жизни соединением между Всевышнему и его отдача к работе и службе народа Израиля, который выкупает вот божественность, которая есть в этом мире, и поднимает ее вверх ко Всевышнему.